красоты, картина выглядит, как будто я нахожусь где-нибудь на Бали, на каком-нибудь отдаленном острове. Эти фотографии и видео собирают очень много лайков и вызывают очень большой ажиотаж и интерес, но предупрежу вас сразу, не нужно привозить сюда ребятишек, не нужно здесь купаться ни в коем случае, как вы понимаете, потому что, ну, это залотвал. В угле есть кальций, также и в продуктах сгорания, то есть в золе, в шлаке он также содержится. И при определенных условиях на золотвале, это при ярком свете, при большой глубине, создается эффект вот от кальция такой голубизны или бирюзового цвета.